Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 19 апреля. Память преподобного отца нашего Георгия Исповедника, епископа Антиохии Писидийской. Исповедник Христов, преподобный Георгий, жил во времена иконоборчества. Возлюбившись в юности Христа, он постригся в иноческий образ, и благодаря своей благочестивой жизни и многим трудам и подвигам соделался обителью и вместилищем Святого Духа. Он был назначен епископом Антиохии Писидийской, и в этом сане усердно руководствовал веренным ему водительству, его водительству стадом. Когда же по внушению дьявола усилилась ересь иконоборческая, и по приглашению императора все епископы спешили собраться в Константинополь, тогда этот святитель, придя туда же, мужественно стоял за православие и советовал царю повиноваться соборным церковным постановлениям, преданным нам святыми отцами, наставниками православия, и увещевал подражать их вере, в научении же странно и различно не совращаться по заповеди святого апостола Павла. Его и самого принуждали отречься от поклонения святым иконам, но он не повиновался нечестивым иконоборцам, за что был отрешен от епископства и сослан в заточение, где и окончил жизнь свою. Его кончина последовала царствованию императора-иконоборца Льва V Армянина 813-820 годы. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.